Давайте мы снимем тайм. Давайте мы дело Ельцина. Давайте мы снимем тайм. Дело Ельцина снимем тайм. Рядом с Горбачевым сидел Лигачев. Давайте мы Горбачев. Лигачев. Снимем. Горбачев. Лигачев. Снимем товарища Ельцина. Ельцин Борис Николаевич. Снимем тайм. Снимем тайм. И все же Ельцин Борис Николаевич. Снимем тайм. Борис Николаевич вполне мог оказаться в какой-нибудь дальней африканской стране. На первых порах товарищ Ельцин активно включился в работу для того, чтобы оживить, оздоровить. Мы поддерживали товарища Ельцина. Мы поддерживали товарища Ельцина. И все же это ошибка. И все же Ельцин ошибка. Коммунистическая партия. Коммунистическая партия. Николаевич просит слово, просит слово, слово. Я... Борис Николаевич просит слово. Я не готовил текст. Как ты относишься к замечаниям товарищей по ЦК? Ну, что-то особенное. И все же, как ты относишься к замечаниям товарищей по ЦК? Ну, что тоже тут особенное. Это на мавзолее поставить, это да. Не сможет он. Может быть, я допустил. Не сможет он. Нельзя стоять на таком посту. Я допустил. Моменты ошибочные. Важнее всего кадры. Ошибочные. Кадры. И все же, у тебя хватит сил дальше вести дело. А я здесь оказался в глубоком нокдауне. Такого никогда не чувствовал. Хотя у меня в жизни были разного рода переделки.